Доброе утро, мои хорошие. Ну что, смотрите, у нас опять лило. Лило. Сейчас я говорю, даже не знаю, говорю, как выезжать. Наверное, вот на этот пятак. И там как-то где-то вон там, наверное, аж прям остановлюсь, чтобы пройти сюда, чтобы не испачкаться. Я даже сегодня одела теплые кроссовки, как бы такие, более-менее потеплее. Потому что как-то холодно. Ну, надоел этот дождь, это сырость уже вообще. Сегодня нам передали 14-19 градусов, днем опять дождь. Но ветер уже южный. Так что, не знаю, посмотрим. Вот. Пока машина греется, сейчас говорю, сейчас немножко сниму вам видео. В общем, дождь у нас начался вечером. Когда он ночью прекратился, я не знаю. Ну, очень сыро, очень. Я даже сейчас не могла пролезть помидоры, там, посильнее их открыть. Как достала, так приоткрыла. Пусть хотя бы проветриваются, но не стоит закупоренные у меня. Ну вот как-то так. Все, поехала я на работу. Мне сейчас еще надо на почту. Я вчера не попала на почту. Там народу было 1001 ночь. Все пришли делать платежки. Вот. Я тогда посмотрела на это, на все. Говорю, нет, не буду стоять. Ну, до скольки стоять? До 7 вечера? Ой, дверь-то у меня открыта. Вот. И это. Развернулась, уехала. И, короче, говорю, сейчас вот утром сразу на почту. Блядь, сквозняк-ветер. Сквозняк-ветер закрыл мне ворота. Так что вот так вот. Дорогие мои, всем хорошего дня, хорошего настроения. Сейчас приеду на работу, если успею, то по кофейку с вами выпьем. Если нет, то значит сразу работать. Все, давайте, всех обнимаю, всех целую, я поехала.